Мы можем по душам поговорить. Для меня большинство. Хочу подарки им сделать. Но сейчас вот самый ближайший — это отец Олимп, не Олимпий, вот здесь направо. Это Олимпий. Игумен. Вот. Он сейчас был заведующий, но решил отдохнуть немножко. И он заведующий чего? Иконописного отделения. Тобольск духовный семинарий состоит из трех. Пасторское отделение, регенское и иконописное. Вот он возглавлял иконописное отделение больше 20 лет. Ну, устал человек. Но у них библиотека есть в семинарии-то? Да, все есть. И у нас здесь библиотека есть. Вот, библиотеку в эту мы уже сдали книги. Так, у нас все есть. Все есть. Сейчас я вам все покажу. Вот здесь вот Спасский храм. Он восстанавливается, но очень долго и брошенный. Вот ведь это тоже как бы мое заведение. То есть я за него ответственный. Вот уж никак не думали сами встретиться. А вот Господь на все. И да. Я всегда интересно удивлялся. Был я в Сургуте как-то и уезжаю, ну, случайно, по случаю там получал бензин, надо было мне за гаражом работать. И думаю, уезжаю, думаю, ну все, больше я тут не буду, не предвидится. Через неделю снова там в Сургуте. Прям влево, прям лежите. Да. Сейчас я вас все с наилучшим образом определю, как вам удобно будет. И водички, и туалеты, и все, что у нас хотите. И постели, и да, все с собой. Вот я вам обижусь, все дам. Вот так, прямо. Потому что на полосах ночуем, это прячется. Ну это нет, это так понятно. Я знаю, потеряемка. Ну это у нас туда скоты не будем. Вот на данный момент отец Олимпий ушел.